матрас. Скажи, город в Одессе, 20:17. И мы попали на матрас. Утренние баджаны. Haribo, 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 Haribo.
Haribo. Все слушают мантры. Это была утренняя мантра на Мантра Хаус. Это поклонники мантр, которые заряжаются утренним настроением. Главное, не покинуть тело от этого всего. А может быть, это во благо? Можно и покинуть. Если это во благо. Самый благоприятный момент, если вы покидаете тело, вдруг повторяйте эти звуки. Все будет четко. И помните о Боге. Вот увидите. Ну, то уже не скажем. Это была Мантра Хаус на сказочном городе. Как всегда, Одесса, 2017, лето, прекрасное время для душевного, для физического и духовного наполнения. Ждем вас благостью. 8 вечера тоже Воронцов и Академия успеха веда. У нас будет хатха-йога. Волне. Stay tuned. Очень больше будут информации несложные на асаны, но Веда-дом, такие YouTube канал. Намасте. Поэтому и, конечно же, я не могу уйти, не сказал вам. Помимо любите себя, любите своих близких. Нас. Любите всех вокруг. А здесь будет. И любовь вернется. Еще у нас есть тело, которое надо тоже, чтобы оно как-то прожило, пропело мантры. Поэтому для этого есть хатха-йога. Харибол, спасибо.